Испанская социалистическая партия и левые радикалы Подемос объявили о возобновлении переговоров о формировании правящей коалиции. Причем на этот раз в дискуссиях будет участвовать и центристское движение «Сьюдаданос». Во вторник исполнилось 100 дней, как Испания живет без правительства, и это рекорд. Однако участники переговоров смотрят на перспективы с умеренным оптимизмом. Несмотря на все трудности, мы сейчас ближе к новому правительству, чем к новым выборам. Накануне действующий премьер Мариано Рахой заявил, что сам предложит социалистам коалицию, если левые не договорятся между собой. Лидер Подемос Пабло Иглесиас объявил, что готов отказаться от личных притязаний на пост в кабинете, если это поможет заключению соглашения и свержению консерваторов. «Я хочу призвать к государственной мудрости Сьюдаданос. В интересах Испании и ее народа нам необходимо вместе вытолкнуть Мариано Рахоя и Народную партию из правительства». На состоявшихся в декабре выборах формально победила Народная партия, но ее лидер Мариано Рахой, находясь под шквалом критики, изначально отказался возглавить коалиционные переговоры. Если политики не договорятся до 2 мая, король имеет право распустить парламент.